Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Я рад, что вы заглянули ко мне на огонек. И желаю вам приятного просмотра. Ну что же, поехали. Ёлки-палки, опять какие-то пси-атаки. Ну что, снорки, вы где? Я иду вас зачищать. Снорки как снорки, а зомбики уже тут как тут. Так. Ну да. Урон, в принципе. Довольно неплохой у них. Так. Обрез твой мне не... Ты где? Блин. Вот это да. Последнее сохранение, друзья, у меня было перед разговором с Кругловым, поэтому пришлось довольно долго переигрывать. Сейчас я решил взять в руки АКС вместо страйкера. У него все-таки побольше дальнобойность. Я думаю, мне будет попроще воевать с этими кадаврами, блин. Не убил. Ой-ой-ой. Шо ж вас? Шо ж вас так много-то сразу? Сейчас завалят снова, блин. Такое было впечатление, что он у меня прямо над ухом орёт. Блин. Ну оно таким и осталось. Может, где-то труп недобитый валяется. Да, вот он. Вот он и орал у меня над ухом, ребята. Так, ну что, есть еще? Или остались только... Есть где-то. Пуляет гад. Вот он. За колесом заныкался. Пуганец. Так, все. Зомбиков я вроде перемочил. Берем страйкер. Ой, не то. Так. И погнали вырезать этих чертей. Опа. Так. Нога. Нога. Замечательно. Нога у нас уже есть. О, еще один. Ты откуда взялся? Чучело. Так. Эти пси-атаки еще. Так. Блин, да ё-моё. Эй! Эй, зомби! Ой, блин, снорк, погоди, погоди, погоди! Вот так. Это еще там рычит над ухом, но он нам уже не нужен. Так.
Нам нужно обыскать Васильева и идти обратно в бункер. О, патрончики. Так, где там валяется бренное тело? Все необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыло излучением. Я все бросил и ухожу по тоннелям. Я на болотах. Где бункер? Черт, черт подери. Я не могу определить, где я нахожусь. Сахаров не отвечает. Что происходит? Кругом зомби. У меня кончаются патроны. Ну вот, друзья, мы и прослушали предсмертную записку от доцента Васильева. Да-да? В принципе, к Сахарову мне можно было не идти и идти сразу в лабораторию. Но я вспомнил, что у нас еще есть задание про три артефакта. Профессор, у меня к вам вопрос. Слушаю вас. Мне стало известно об одной группе ученых, которые ушли на исследование Севера Янтаря. Мне нужно больше информации про этот инцидент. У меня есть задание на их розыск. А, это вас Воронин ко мне прислал? Да тут рассказывать особо нечего. За завод они пошли, на север. И не пришли. Хотели, видите ли, найти образцы необычных артефактов. И пропали они там. А что за артефакты-то? Проводники. Так эти образования зовутся. Артефакты, которые могут переместить человека на определенные координаты при правильном использовании. Так что будьте осторожны, кто знает, куда вы попадете. Понятно, тогда я пойду. Выдра. Пс, эй, меченый. Так, значит, говоришь, за завод они пошли на север. Ну, до встречи. Так, за завод на север. Север, север, север у нас вот там. Да-да? Завод вот здесь, то есть куда-то вот да-да? Сюда. Ну что же, пойдем сначала поговорим с выдрой. Или может да-да? Пойти поспать сначала, чтобы не шляться по темноте. В конце концов, зачем у меня да-да? Спальный мешок? Вот так вот. Да-да? Ну, выспался я как-то быстро. Блин, я же умираю от голода. Интересно, у профессора пожрать есть что-нибудь? Эй, дадакин. Блин, перестань дадакать. Так, 200, 140. Ну, давайте у него две колбасы купим и один батон. А ему продадим стопу снурка. Мы еще и наварились нехило. Все. Торговать. Идем да-да? К выдре. Я надеюсь, он на нас не обидится, что мы пришли к нему утром. И ему пришлось ночевать тут возле бочек с бензином или с солярой. Меченый, ну что? Пропала группа на севере Янтаря, за заводом, и артефакты эти специфические, перемещают человека на определенные координаты при правильном использовании. Такие дела. В принципе, наводки было достаточно. Ладно, меченый, спасибо. Я сейчас как раз и отправлюсь туда, если что, крикните. Ну, увидимся позже. Ну, увидимся, до встречи. А, меченый, вы еще не ушли? Подойдите сюда, нужно поговорить. Что ж ты еще от нас хочешь-то, а? Ученый, что ты хочешь от нас? Да-да? Да-да? Да, профессор. Зачем вы ему рассказали информацию? Даже не пытайтесь строить из себя дурачка. Ну, на самом деле, Воронин поручил задание выдре. Почему у вас такая неприязнь к этому сталкеру? На это есть личные причины, меченый. Награда за найденные артефакты срежется наполовину. Но тут вы сами виноваты. Эх, ну пусть будет так. Новое задание, серьезное дело. Найти группу ученых на севере Янтаря за заводом. Так, ну что же.
Пойдем искать группу ученых на севере Янтаря за заводом. Ну вот я добрался, друзья, до завода. Здесь меня сразу встретили дружелюбные зомбики. Ух ты! Даже я бы сказал, очень дружелюбные. Черт, у меня после последнего патча опять исчезли метки трупов с мини-карты. Надо их восстановить, а то неудобно, когда не видно трупов. А нет, вот есть метка. Вон лежит труп. Странно как-то. Одни трупы отображаются, другие нет. Так, лежит ученый. Возле него документы. Ух ты, какой богатый ученый. Ну, подберем. Может, продадим. Так, нужно прочитать документы. Записка клыка. Документация по прибору. Стоит отметить, что прибор с интегрированным артефактом-проводник способен переместить вас на неизведанную точку территории, где вы находитесь. Мы называем это просто «за территория». Было бы забавно, как бы забавно это ни звучало. На обратной стороне листка написано «залезь на экскаватор». Ага. Ну что ж, полезли на экскаватор. Так. Так. Ага, видите, что тут лежит. Похоже на детектор. Задание обновлено. Серьезное дело. Так, куда же нас перекинуло? Опа, труп какой-то валяется. Возле него папочка. В трупе автомат. 5 килограмм. Возьмем, и будет предел. Ладно. Не будем жадничать. Документация по прибору, часть 2. На Янтаре существует 3 артефакта проводник. При активации первого происходит телепортация до местонахождения второго. Так вплоть до последнего. Так, то есть нам нужно найти артефакт. Ну, пойдем искать. А вот и он, кажется. Да, артефакт проводник. Подобрали. И куда нас перекинуло дальше? Вышка, труп ученого. И артефакт прямо возле него. Вообще какая-то халява. Задание обновлено. Серьезное дело. Так. Труп. Труп. Без всякой записки, без ничего. Так, может опять где-нибудь за деревом? Так, за деревом нету. Возле трупа? Возле трупа тоже нету. Так, поблизости ни кустов, ничего. Очень странно как-то. Где же нам его искать-то? Этот артефакт чудный. Так, ребят, наверное, это будет долго. Наверное, я его найду. Ой. А я его уже нашел. Задание обновлено. Меченый, спустись к оврагу, я здесь. Странно, а этот не заработал? Деактивирован, что ли? Так, ну и судя по метке на мини-карте, спуститься нам нужно вот сюда. Да, действительно. Вот стоит наша выдра. Привет. Выдра, ты как сюда попал? Прям с тобой шел. За свежими телепортами. Только на этом месте остался, решил труп осмотреть. Как и первый, на этом никаких следов когтей или пуль. Костюм целехонький. Могу поспорить, остальные трупы такие же. Когтей, пуль? Ты что-то не договариваешь, выдра.
Да, Меченый виноват. По сути, у Воронина есть подозрение, что не ученый это вовсе. И настоящий облик... Вот я... То есть мы должны узнать. Так, сдай-ка мне прибор ученых. Сейчас я пошаманю чутка, пусть выбросит прямо к бункеру. Топать не хочется. Вот, держи. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого так, зависим. А выбросила только меня. Выдра где-то там осталась. Да-да? Так-с. Ну. Да-да? Вот замеры. Тут и тут. Все точно. Точнее быть не может. А, ребят, ну, что у меня сейчас возникло какое-то дежавю? Прототип. По-моему, мы это где-то уже видели. Эй! Эй! Эй, профессор! Профессор, я здесь! Блин, да повернись же ты, елки-моталки. Да-да? Да-да. А, профессор, вот ваши образцы проводников, смотрите. Большое спасибо, Меченый. С этих образцов мы попытаемся сделать их обратно действующими. То есть попробуем им вернуть свойства до деактивации. А что, кстати, с учеными? Мертвы? И не ученые это вовсе. Наверное. И да, проф, с артефактами поосторожнее. Кто знает, что с ними? Не ученые, значит? А насчет меня не беспокойтесь. Мы знаем свое дело. Ну, удачи, профессор. Выдра, за меня не волнуйся, я пойду доложу Воронину. Да-да? И потом надо будет кое-что проверить. Есть одна теория, ладно, встретимся позже. Так. Да-да? Да-да. Да-да, товарищ Дадакин, на-ка вот тебе вот артефактик. Вот, пулеметика 2. И, наверное, медузу эту тоже сплаем. Так. Ну и все получается. Бинтов может прикупить, мало ли там. Все-таки в такую задницу мира лезем. Все, ребята, двигаем. Опа, я еще что-то выполнил. Что-то я там выполнил. До встречи. Ну, двигаем в X16. А, ну вот, ребят, мы на территории завода. Сразу на входе кинулись обниматься ко мне два зомбика. Но я решил, что не стоит этого делать. У них все-таки руки немытые, грязь под ногтями. Еще подхватим заразу какую-нибудь. В общем, пристрелил я их. И нифига мне не стыдно. Вот так вот. Фига себе, злобные какие твари. Да, надо менять оружие. Иначе нам удачи не видать. Чуть-чуть получше. Да е-мое! Какие-то бронированные зомби. Патрончики. Причем мало что бронированные, так еще дофига их, блин. Сзади обошел. Засранец. Так. Еще кроме зомбиков и снорки лазит где-то. Ух ты! Нифига себе! Схитрил! С
Сорукость это, конечно, не порок, но жить мешает. Так и не дойдя до лаборатории, все аптечки потрачу. Не слишком ли ты хитрый для зомби, а? Подкрадывается гад. Фи! Блин. Ну что, ребят, продолжаем наше продвижение. К зомбикам добавились снорки. Так, немножечко патрончиков надыбаем. Эй, блин, сейчас я чувствую, да надыбываюсь. Меня тут пристрелят нахрен. Ух ты. Эй. Да ё-моё. Ты где там, тварь? Вот же гад, а. Еще где-то один. Так, ладно, гранату не будем брать. Пойдем посмотрим, лежит ли артефакт наверху. Кто играл в оригинал, должен знать, что там лежал артефакт «Золотая рыбка». Да, действительно, лежит. Возьмем его, пригодится. И спускаемся в саму лабораторию, ребят. Так, я думаю, перед входом стоит опять взять страйкер. Мне кажется, там он нам больше пригодится, чем автомат. Хотя, кто его знает. А также, в принципе, можно и повесить артефакты на разрыв. Молодец, Меченый! Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Кто здесь? Будь осторожней. Ой. И не забывай про таймер. Там кто? Зомбики. Вас же там не было. Ой, снорк еще. Ты где, тварь? Да уж, ничего не скажешь, горячая встреча. Так. Так, у этого ничего нету. Ну что ж, двигаем дальше. Начало довольно удачное. И чё мы там ржём, а? Вот чё мы там ржём? Сейчас мы с Меченым придём и тебя задницу-то надерём. Смешно ему, блин. Обхохочешься. Так, все. Назад возврата нет, только вперед. Сдавайся. Ой. Спрятался, называется, блин.
Да ё-моё! Продолжаем. Блин. Ну что за наглость такая, так встречать гостей, а? Сдавайся. Не хочу я сдаваться. Блин, да что такое? Жикан, конечно, штука дальнобойная, но, блин, надо попадать строго в голову. Да, что-то и в голову-то как-то не очень помогает. Блин, вы чё там, волки? Да, хреново жить без патронов. Очень даже, я бы сказал, хреново. Патронов нету? Плохо. Очень плохо. Так, я что-то не понял. Снор где? Сзади еще. Вы беретесь-то, твари? Да, печально. Эй-яй, а гранатку вам туда? Завалил, но еще не всех. Снорк нигде не прячется в углу. О, гранатка, гранатку. Вроде нигде не рычит. Дайте патронов-то, люди. Блин, мне не такие нужны. Так, здесь мы, конечно, немножечко разживемся патрончиками. И надеюсь, ух ты, кристалл. Ёлки-палки, хорошо-то как. Так. Минус 30. У меня, в принципе, есть один, но зато можно смело все огненные шары продавать. Так, даже вот очень я рад. Сейчас обращаем тут все. Опять не те патроны. Да ё-моё, ну шо ж. Во, наконец-то. Те патроны. Те патроны, которые надо. Тут вообще пусто. Тут опять. К винторезу. Ну что, все. Все. Надо
сохранимся и рванем дальше. Остановите его. Ты опять? Опять. Вот после этого всегда начинаются какие-то проблемы. Ё-моё, ну что ж вы сдохнете-то так неохотно, а? Товарищи снорки. Еще один. Охрана в пути оттуда, пиндосина. Эй-эй. Что-то у вас там за много, ребят. Все. Со снорками мы, кажется, разобрались. Так. А теперь непосредственно вход. Да, надо менять оружие. Так как в борьбе с зомбиками нам это мало поможет. Так. Ну что ж, ребят, погнали геройствовать дальше. Отсюда никого не видно, к сожалению. Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Да. Как-то... как-то вот очень темно здесь, и ни хрена не видно. Боль, боль, а мне не больно, что ли, а? Да где вы там все? Ой. Что такое? Блин. Я в очередной раз пожалел, что я выложил таки комбинезон села. Надо было сюда идти все-таки в нем. Где вы там, ё-моё? Надо было сюда все-таки идти в нем. Было бы гораздо более надежды, что он защитит меня от патронов и от пулевых ранений. Да что такое? Через труп перепрыгнуть уже не могу. Это уже привет сзади, что ли? Просто вот хочется мне так. Почему? Ё-моё. Откуда вы там внизу-то? Я ж там только что был. Так. Меня больше интересуют те, которые наверху. Они для меня являются прямой угрозой. Не обижайся, зомбик.
Так, что тут дальше? Где-то внизу продолжают кричать зомбики, но нам уже не до них. Что, будет кино? Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. Ну что, ребят, киносеанс окончен. И продолжаем дальше. Да что ж вы такие меткие-то, блин? Кроши, кроши. Сейчас приду, покрошу. Не переживайте там особо. Хм. Нет никого. Там что ли внизу орут? Так, приготовим гранаточку. Накте гранатку. Досина. Все? Тебе хватило? Нет, не хватило. А вот теперь хватило. Замечательно. Ну что, бренное тело нашего друга-призрака. Где же ты, стрелок? Черт. Комбинезон. Ну что ж, дружище, добраться до двери раньше контролера у тебя не вышло, судя по всему. Да и у нас бы не вышло, если бы мы не знали заранее, что нас тут ожидает. Так, колючка. Колючка, капелька. Ну что, двигаем дальше.
здесь нам больше делать нечего. Там внизу кто-то, кстати, ждет нас. Призрак? Труп. Вот. Там еще один. Так, что-то опять непонятное здесь происходит. Ну ладно. Пойдем узнаем, что именно. Призрак. Здравствуй, стрелок. Стрелок? Нет, постой, твое лицо. Возможно, фотография в ПДА прояснит твою ситуацию. Ладно. Так не узнаешь, что ли? Я призрак. Призрак? Но там твой труп. Все верно. Сейчас мое прозвище говорит само за себя. Я похож на человека, но сам уже не человек. Да, что поделать. Это Зона, мой старый добрый друг. Черт, я все вспомнил. Но ты оказался намного сильнее, чем нам вначале казалось. Я вспомнил, что я стрелок, а не меченый. Интересно, а в ПТА я теперь как будто отображаться? Все равно меченый. Черт, я все вспомнил. Отлично, дай только проверить. Ты Клыка доктора помнишь? Конечно, доктор, наш общий друг Клык, лучший техник в Зоне. Второй поход к центру. Это как получается, все сходится. Слушай, ты должен встретиться с доктором. Он даст тебе наводку на тайник. Клык, он сделал этот тайник, но не успел сказать мне про его местонахождение. Хорошо, призрак, я обещаю, что найду доктора. Найди проводника на кордоне, он расскажет, где искать доктора. Хорошо. Кстати, оглянись, тут лежит сюрприз. И до встречи. До встречи. И подсказка от автора. Обязательно поднимите грозу с тайника, чтобы засчиталось задание и началось второе задание. То есть, раньше в первом патче этой подсказки не было, и поэтому многие ломали сюжет. Так, три аптечки. Гроза сколько весит? 3,67. Ну, еще улаживаемся. Кстати, патронов я подобрал по дороге. Отлично, меченый. Излучение отключено и вы живы. Мы вызвали пару военных вертолетов, чтобы они чистили комплекс, так что вы туда не ходите. Также прошу обратить особое внимание. На выходе из подземных катакомб на Энтере образовалось странное непонятное явление, которое заражает человека насмерть. Не ходите туда, иначе мы закроем дверь, потому что вы будете заражены и вам не жить. Обходите это место стороной, но у нас есть обход этой ситуации. Выходите из X-18 через X-16 через дыру в катакомбах будет мертвый сталкер. У него есть прибор-телепортатор прямо в наш бункер. Без подробностей, действуйте. Так, замечательно. Призрак куда-то слинял, как и положено нормальному призраку. Так, еще патрончики. Еще патрончики. Так, и все, я перегружен. Что-то нужно выбрасывать. Да. Вот это, ребята, я попал в ситуацию. Ну ладно, сейчас я разберусь, как мне разгрузиться, и встретимся мы с вами уже внизу. Ну вот и закончилась очередная серия, друзья. Всем спасибо за внимание, за лайки и комментарии, которыми вы меня поддерживаете и стимулируете на создание новых серий и прохождений. Всем удачи и до новых встреч!